Глава Люберец Владимир Ружицкий с рабочим визитом посетил Малаховский мясокомбинат. Компания работает на территории округа уже более 20 лет. Она занимается производством мясных и колбасных изделий, а также полуфабрикатов и деликатесов. В ассортименте предприятия насчитывается 500 наименований продукции. Производственная мощность комбината – около 60 тонн в сутки. Погода предприятия это в пределах 2 миллиардов рублей оборот предприятия. Это очень прилично. Тем более работать, функционировать в пищевой промышленности крайне сложно. Приятно, что есть такие у нас производители. Все-таки есть рабочие места. Здесь есть и потребность в рабочих. Я поручу своим коллегам, в том числе войти с центром занятости, чтобы каким-то образом помочь данному предприятию в комплектовании кадрами. Во время рабочего визита глава округа осмотрел производственные цеха компании и убедился, что на предприятии соблюдают меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.